Так, все, готово? Готово. Поехали. Это и есть легендарный Сицон Пинонг. И теперь подумайте, стоит ли ехать в Бангкок, чтобы просто хотя бы посмотреть, как они тренируются. У вас есть шанс не только посмотреть, постоять с ними в паре, поработать в клинче. Поверьте, это дорогого стоит. Сколько это стоит, мы попозже еще обсудим, а пока просто наблюдаем. Как бы вы не готовились дома, не забывайте, что на Таиланд, что первый день вы сдохнете по-любому, как я. Вы тренируетесь с профессионалами в кемпе, никогда не бывает больше, чем 20 занимающихся. Вы тренируетесь рядом с суперзвездами, чемпионы Лумпини, чемпионы Мила, чемпионы Глори. Так что, если вы хотите расти, даже если вы никогда не занимались тайским боксом, я думаю, что Сицон Пинонг – прекрасный выбор.